Боевики объявили пограничной зоной Седова. Это подконтрольный им поселок на побережье Азовского моря. Вооруженные люди не пропустили туда миссию ОБСЕ. Международным контролерам заявили, что там теперь действует особый статус въезда и выезда. Как сообщают наблюдатели миссии в своем отчете, их машины останавливали дважды и в агрессивной форме требовали покинуть район.